Ну, мне все очень понравилось. Преподаватель очень хороший и очень хорошо преподают свои предметы. И я, в принципе, ну, все мои ожидания сбылись. Я подготовилась так, как мне надо. В принципе, все хорошо. Что касается биологии школьной и биологии, которая была здесь, как-то школа у нас очень интересно шла, хоть класс и профильный, но все равно она была и не ЕГЭ, и не общие какие-то знания, все плавали туда-сюда, и ничего не хватало. А здесь все как-то сгруппировано очень быстро. Директор интересно через занятия ведет. Он вообще очень интересный человек. Каждый нюанс разбирает. Ну вот замена тоже для нас приключение. Я обрадовался тому, как здесь подается информация на такой неформальный уровень. Очень интересно то, что преподаватели недалеко от тебя ушли по возрасту, и они способны еще мыслить как-то прямо, подать тебе в душу всю информацию. В общем, нашли со всеми преподавателями общий язык, и довольно-таки приятное общение, неформальное. В школе вот есть моменты, как это в школе, например, что касается органической химии, она у всех почему-то выпадает, это всех практически, у каждого третьего ученика. И здесь мы ее замечательным образом подтянули, нам ее разложили по полочкам и вложили еще раз. Мы учимся, кстати, в параллельных классах, поэтому знаем успехи друг друга, и да, учителя хвалят, говорят, да, молодцы, там что-то занимаетесь. Ну, здесь просто проще, там учителя уже не нацелены, чтобы уделить тебе внимание или озаботиться о тебе, а здесь все... Аудитория маленькая, и обо всех заботится, каждому, как почти индивидуальное занятие.